Реконструкция дороги по проспекту Назарбаева позволит разгрузить центральную часть областного центра. Здесь на двух перекрестках улиц Жунусова и Абая ведутся ремонтные работы по улучшению дорожного покрытия и строительству четырехстороннего ответвления. Кроме того, в рамках реконструкции перекрестка Назарбаева и Сакена-Жунусова мы проводим не только капитальный ремонт дорожного полотна, но и мы проводим замену тепловой сети, это диаметром 800, около 900 метров проводится замена тепловой сети. В одном из рабочих поездок по строительным объектам города Кокшетау аким Акмолинской области Эрмек Маржикпаев раскритиковал подрядчиков за нерасторопность. В результате жители и гости областного центра испытывают ряд неудобств. Глава региона поручил до 20 сентября проложить асфальт и открыть проезжую часть на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Жунусова. Это очень хорошее мероприятие, что действительно одну улицу сделали АОСово. Насколько быстрее, вот я часто ездил, получалось 3-4 раза переезжал только. А сейчас спокойненько поворачивай, это очень хорошее. Ну, конечно, надо бы это делать как-то, не знаю, или ночью побольше работы, чтобы вот в дневное время, конечно, там затор, вот около мечети и так дальше. Но дело очень хорошее. Ну, вообще-то проблемы есть нам здесь, живущим. Конечно, у нас всегда так, что-то долго начинают, и нет, вроде вот сухо бы сейчас, казалось бы, активно работать. Но где они рабочие, их почти нет. Конечно, неудобно, мы здесь живем, ходить нам вот через эти заборы, все, ходим. Так что я, конечно, если честно сказать, я этим недовольна. Но это не моя работа, конечно, это сложная работа, трудная работа. Но думаю, что да, пока снег выпадет, справится. Наверное, будет лучше после этого ремонта. В город добавляется народ, движение большое. Лучше. Переходить тяжело. Сделали бы какой-нибудь переходик небольшой для пешехода, и мы бы прошли с удовольствием. Ну, ремонт затягивается, да, по вашему? Немножко затягивается. Почему-то поздно начали. Да, обычно ремонт начинается с весны, чтобы летом сделать, а на осень не оставлять. А у нас как-то получается немножко запоздало. К слову, подрядчики выполнили поручение акима области. Прокладка правой стороны перекрестка завершена. В рамках поручения акима области вот до 20 сентября, вот сегодня можете быть свидетелями, сегодня вот мы завершаем правую сторону, переступаем сегодняшнего дня, переступили в левую сторону. То есть мы тем самым не ограничиваем движение, в рамках намеченных сроков мы планируем все завершить. В рамках подготовки к форуму межрегионального сотрудничества также реализуется проект по строительству моста через реку Кылшакты вдоль побережья озера Капа. Сдача в эксплуатацию намечена на осень 2020 года. Кроме того, завершается ремонт дороги при повороте с проспекта Назарбаева на микрорайон Васильковский и Коктем, далее до улицы Сулейменова. Основные работы будут завершены до конца сентября. Нурсултан Ибраев, Василий Вережников, Ермек Махметов, Шокан Таукиев, Кокши Ахпарат.